Привет, мои хорошие, и добро пожаловать! С вами Кинетик, игра Техномансер. Мы с вами в прошлой серии остановились вот в этом самом месте. Непосредственно нам нужно было прыгать вниз. Тема космоса у нас продолжается, помимо... Ух, елки. Помимо No Man's Sky, давайте же и тут тоже попутешествуем. Отправиться. Нам нужно... Так, экипируйте вашу... ясно, понял. Давайте, значит... Так, инвентарь. Одеваемся сейчас непосредственно как... Нет, не так. Как офицеры изобилия, и пойдем крушить врагов непосредственно в эфире. Так, чего там еще? Go to Aurora's Shadow Patch. Ну, давай пойдем. Так, это мы сделали. Ага. Это у нас сюжетка. Это нет. Найдите свитеры, войдите в церковь, достигните барак. Давайте мы все-таки пойдем в эфир. Да. По теневому пути Авроры мы пойдем как-нибудь в следующий раз. Хотя, может быть, и сегодня успеем. Все зависеть будет от времени. Так, заставку, как всегда, я пропускаю. Отлично. I feel don't come back here. Feels like I've been sleeping for so long, trapped in a bad dream. Everything I've done for abundance. Now, sneaking in like some rat. I want to wake up from it. Все сказал. Scott, come on. We didn't have a choice. You know that. Так, а где мы находимся? Я что-то не пойму. Фрейдзон. Френдзона? Серьезно? Мы во френдзоне? Что-то как-то, мне кажется, не каждый мечтает сюда попасть. Так, Киев Шторм Вакуст нам надо туда. Там у нас, значит, найдите свитер. Давайте, наверное, вот сюда отправимся. И достигните барак. Сейчас чую, боевки у нас будет. Вы не из Ноктиса. Yes and no. Here on a private matter. You by any chance know the underworks? Well enough. Even here, there's rules that forbid us to go to certain parts of the city, but in these tunnels, they become little more than technicalities. I'm looking to get to the Technomancer's chapel. There's an entrance in the crypt, but I don't know how to get there. Well, I can show you the tunnels under the source. Once upon a time, I used to smuggle merchandise through there. Remember hearing about some magical gate down there, too? I take it it's the kind of gate only your kind can open? Yeah, I've run into a few of those along my travels. I'll show you on a map. Я Be покажу, careful, Mr. Technomancer. The tunnels have always been guarded. Now it's probably even worse. Word is that the ASC's forced its way into the chapel's main entrance. I'm gonna need another Technomancer to help me open this gate. Or find him. I'm sure it won't be easy, but thanks for the help. It's gonna do a lot of good. Good luck. Good luck. Удачи, удачи, будьте осторожны, там все оккупировали плохие парни, которые так и хотят навалять вам люлей. Ничего страшного, я найду помощь, мне нужен еще один техномансер, я уйду в церковь, вас я даже не потревожу. Так, желаю удачи, они друг другу сказали и распрощались на хороших тонах. Нахрена я сюда пришел? Погнали обратно. Ну, немножко не то, да, с кем не бывает. Чем мы займемся? Мы займемся каким-нибудь заданием, я надеюсь, мы его выполним. Так, куда мы денемся? И давай, наверное, хотя... Да ладно, побежали так, побегаем. В принципе, это, как говорится, не боевая форма одежды, но... Беги. Вроде ничего. Но ничего другого нам пока не остается. Вот туда пролезть можно, нет? Да, конечно, прыгнешь ты. Как тут... Прыгать тут нельзя. Я все забываю. Так, опять ничего. А куда идти-то? Друг! Дружище! Куда нам идти? Да убери этот свой календарь. Убери если. Твою налево. Какой что это тупой? О, отлично. Так, погоди. Вон туда вроде бы как можно. Ну-ка, сейчас посмотрим. Но, вот так. Так, это просто единственный путь. Я другого просто не вижу.
Как мне все-таки надоели эти пустые, пустая беготня по этим локациям. Давай уже. Так, сюда, но. Fortunately, this is beyond my skill level. Вон она чё. Тут дверь, а мы дверь не заметили. Ну, тупано бывает с кем-нибудь. Так, одевай вот эту куртенку, и теперь ты можешь эту дверенку взломать. Одевай куртенку, взломай дверенку. Так, открыть. О, проблемы нас ждут. Блин. Поиграв часов порядка 10 часов, так, в No Man's Sky уже по привычке все открываешь на таб. А тут эта карта у нас. Или сопротивление электричества, отлично. Ну давай. Так. По-моему, насколько я помню, этим тварям главное не давать вместе держаться. Отлично, давай руби ее. Вот так вот. Потому что они создают вот такое электрополе. И таким образом кооперируются, то есть они вместе собираются, друг друга электризуют и очень сильно больно нас бьют. Очень сильно больно бьют. Леговатин, давай откроем. Конечно, запариваешься все эти куртки периодически переодевать. Но что делать? Так. Все, забирай. Отлично. И вот так вот. Дальше побежали. Нам вообще здесь куда? Вы не можете бежать, вы слишком перегружены. Я начинаю привыкать к этой надписи. Так, значит, нам вон, по сути, туда или вон туда. Там у нас не основное, давайте побежим туда. Шо? Те плохие звуки. Очень плохие звуки. Так, пока все хорошо. Нас не бьют. Подожди, знаете, тварь на какие-то растения, что ли, будешь? Похоже. Убил, что ли? Молодец. Давай, собирай, лутай. Это красавица. Это хорош. Знаете, чем-то мне сейчас напоминает Робокоп. Не знаю, чем, но вот так массивно одет. Прям не техноматер, а реально Робокоп. Немного, правда, видоизмененный, но костюм усовершенствовали. Но реально как Робокоп. Так. Тут у нас крота-крысы. Давай с ними сейчас разберемся. Ничего сложного в этом нет. Ну давай, ты же можешь. Я в тебя верю. Не, вот только не надо из себя дурака строить. Как тебе больно. Тебе больно, тебе собьют. Их завалить можно раз-два. Отлично. И вот так вот. Давай добьем его. Но попробуй еще попрыгай мне тут. Хорошо, собирай. Так, все тоже собирай. Конечно, со всех все собирай и будем двигаться дальше. Нормуль, ты какого уровня? Первого. Значит, мы тебя тоже откроем. Так. Отлично. Можно, конечно же, прокачать скилл на единичку, но тогда я буду видеть ящики второго уровня, мне их тоже будет захочется открыть. Так, все забрали. Соответственно, опять придется переодевать куртку. Так что ж, лучше будем так. Вон там полно ублюдков у нас. А что если мы молнии против... А, нет, молнии против них не получится, я уже пытался это сделать. Их если только так, в чистую валить. Проблема, проблема, беги, 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 придурок, беги, я тебе сказал. Стоит там, смотрит, не пойми на что. Этот прям, вот, это их самое защитное поле. Не, не, не надо, не подходи. Ну ладно, тогда подходи. Так, надо вот эту тварь бить.
Самое смешное, как бы я ни старался, я туда вниз не упаду, пока не нажму кнопку. Это, наверное, самое дебильнейшее, что я видел в игре. Ну, помимо еще кривого прицепа. Так, тут ничего нет. Давай с этих все заберем. Хотя нет, наверное, еще более дебильный вариант — это не убивай людей. Оглушай их, но не убивай. Пускай себе лежат. Может быть, сами окочурятся. Но ты их не убивай. Медузки. По-моему, медузки у нас... Да, не очень хорошие. Медузки у нас воняют. Поле, 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 поле исчезло. Опять медузка. Прям, знаете, как воздушный шарик лопается. С одним попадешь, нет? Нет. Карта. Туда, погоди, вот задание, я шел на задание. Ага, туда и вон туда. Да, ведь туда, да? Угу, мне там свернул, называется. Вон, нам сюда надо. Так, сохранимся, посмотрим, что у нас тут есть. А у нас тут есть проблемы. А что за задание-то вообще? Наверное, кого-то убить? Да! Убейте мошкару. А, надо с ними сейчас аккуратно. Потому что они будут вот такие бомбочки разбрасывать. Тихо, тихо, тихо. А потом еще соединятся между собой. Минус один. Слушай, а давай я на вас попробую вот эту штуку испытать. Прикольно. Первый раз она у нас получилась непосредственно так, как она должна быть. Хорош, ты щедрока валил. Где у тебя здоровье-то? А, вижу. Отбегай. Так. У них тут рассадник, что ли? Там молния. Так, минус один. Ты что в меня стреляешь? А, там еще один, наверное. Они их лечат, что ли? Нет. А ты у нас полностью здоровый. Но это ненадолго, переживай. Чем тебя вылечат? И тебя вылечат. И меня вылечат. Нас всех вылечат. Все вроде бы. Забирай. Обыскать. Но ничего ценного. Фу. А почему задание пропадает? Или я сейчас их обыскать должен? Кстати, друзья, не забываем, если вам игра нравится, вы знаете, что делать. Подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Ну, подписываться, если вы еще не подписаны. А если вы подписаны, то зовите своих друзей. Пускай они тоже подписываются. А что здесь надо сделать? Я просто немножко не понимаю. Мы всех убили. Дальше что? Может, я реально что-то недопонимаю? Ты какого уровня? Или может вот это надо открыть? Третий. Это я точно не открою, как бы я ни старался. Тут больше ничего нет. Давай с этим что-то поговорим. Айзек. Нет. Закарайя! Закарайя! Тоже нет. Не то. Опять не то. Задание. Открой мне задание. Так. Это нет. Финдбукмейкер. Бараки, Сауги. Кью Шторм, Кус, ну. Фаус, Сквест. И чё? Вот я тут. Что мне делать? Я их убил. Гифшторм. Надо было Гланды взять гигантского. Офигеть. Вот попробуй догадайся тут. В обычном режиме. Хорошо. Так, давай, все квесты отмечай.
Вот, и побежали дальше. Я думаю, отправимся мы, наверное, вон туда. Не знаю, что у нас там за задание, но отправимся мы непосредственно на него. Раз уж мы сюда пришли... Ну, беги! А что у нас, кстати, по весу? Может, что-то уничтожить можно? 258. Ротор, трансмитер-генератор. Может, компонент каким-нибудь. Вес 89. Металлические осколки. 178. Где я их понабрал? Так, стоимость 1. Вес 65. Низкокачественная кожа. Давай дроп. А можно руками задать? Или стрелкой? А, вот, стрелкой можно передвигать. Отлично. Половину сбросили. Вес сразу 229. Что еще у нас тут есть? Давай по весу сортируй. Сортировки нет. Замечательно. Хотя, в принципе, может есть. А, есть, есть сортировка. Хотя нет, нету. 2, 3, 8, 8. Так, металлические обломки. Дроп. 89. Давай 70 тоже сбросим. Отлично. Все, с весом вроде разобрались. 90-91 у нас есть. Можем теперь бегать более-менее нормально. Хорошо. Что тут будет у нас за задание? Много каких. Погнали, чё. Так, уровень у нас загрузился. Давайте побежали. Только мозг уже насторожен. О, все, махач пошел. Типа, давай, заходи. Все сюда, твой мать. В сторону. А на-ка тебе. Вот это вот. Будешь знать, как на техноматеры руки поднимаются. Все, нет никого. Шикарно. Забирай. Прикольный, кстати, скилл. Давай-ка мы его, наверное, переназначим. Хотя, не будем. Я уже так привык. Так. Куда нам надо? Старый добрый Афир. Что здесь? Силатор. Вот сюда, наверное, и пойдем за запчастями для марсохода. Это у нас сейчас будет в приоритете. А там уже, как видно, будет. Ребята, вы свои? Вроде бы да. Так, нам по прямой. Не надо, мужичок, не агрессируем. Все хорошо. Нападаем только на армии. Сцеф. Вот на таких вот тварей. Они мне с самого начала не понравились. Один предал. Другой вообще против нас в драку полез. Так, а если... Я тебе вот так вот. Че, не нравится? Получай, тварь. Напоследок. И все, и все разошлись. Это вообще все-таки идет, все в порядке еще. И дальше начал подметать. У него на глазах у кокошили трех людей, он дальше подметает. Это вообще, это не покерфейс, это... Как бы так, покермен или как, покерфейсмен. Пофигист, пожизненный пофигист. Трудоголик. Пофигист-трудоголик, точно. Так, нормально. Чем я сегодня займусь? Пойду-ка я поработаю. Убили трех человек. Ну ладно, пойду продолжу работать. И он пошел дальше работать. Нам вроде бы сюда. Музыка еще такая жестокая. Еще надо. Чё, ты ещё замахнулся, что на меня решил? Не в этой жизни. Тихо. На тебе. А задница-то, а? И вот так. Все нормуль. Так, забрали. По-моему, я иду немного не туда. Чё-то ещё, там ботинки хапнули? Или туда? Не, вроде сюда. Ну давай. Надо бы только сохраниться, а то... Чё-то я вообще без сохранения иду. Сохраняемся. И давайте смотреть, куда нам надо. Нам нужно...
это одно. Том Гудсман, Финсвейдер. А, то есть нам его, может быть, купить надо? У этого милого, добродушного человека? Зайдите в церковь. Ну хорошо, пошли к милому, добродушному человеку. Чуваки, я свой. Ну ладно, я не свой. Чё, подумал, что попытался обмануть, что не бывает. Тихо. Ты чё, ещё тут стреляешь, что ли, надумал? Я чё покажу, стрелять он будет. Я бы вам бомбу положу, держал. Любое живое существо в этом или ином мире знает то, что зараза... Нельзя злить. Куда ты его бросил? Ты дебил, кусок. У скилла есть один существенный минус. Он его долго кастует. Поэтому... Так вот. Любое живое и неживое существо... Охренеть, сколько просто. Знает одну простую истину. Никогда не зли кинетика. Теперь с вами. Отлично. Так, с двумя или с тремя, кажется, уже разобрались. Если не со всеми. Че, лежишь? Лежи дальше. Отлично. Все, все. Все, все. Так, убить вас что ли до конца? Ладно, не будем. Если нас учили вас не убивать, значит мы будем вас не убивать. Тупая, конечно, затея, потому что во всех играх, как бы, врагов убивают. Тут почему-то нет, какие-то добродушные. В принципе, я всем жизни сохранял, но это, по-моему, как-то вообще перебор. Так, нам прямо и направо. Прямо и направо, значит, прямо и направо. Сохранимся. Че, опять драка будет? Давай еще раз. Отлично. Минус один. Так что же лежат? Ты это... Я тоже так умею. Это вообще отлично. Так, а тебя, ну знаешь как... На! С кулака добили. Все нормально. О, еще один пофигист. Я валяюсь с них. Ни паники, ничего. Если бы мы с вами сейчас в ассасина играли, тут бы стража сбежалась. Все бы горожане на меня кричали: ассасин, ассасин, смотрите. Но нет. Тут мир абсолютных пофигистов. Такое чувство, будто у них каждый день на улице людей убивают. Они уже привыкли к этому. Кио, смотри, еще 4 трупа. Ну ладно, пошли дальше работать. А что внутри? Нам вроде бы сюда надо. А, нет, нам не сюда надо. Так, хорошо. Побежали дальше. Я вообще куда бежал? Мы бежали прямо и направо. То есть прямо сейчас повернуть? А там что? А, там отрабатываться. Во, вот сюда. Девонька, ты стоишь здесь с того момента, как я отсюда ушел. Реально просто стоит. Помните серию, когда мы отсюда сбегали? Вот. Как раз здесь завалили троих и четверых, я точно не помню. Она подошла и встала. Ну вот, все еще стоит. Хорошо. Дальше погнали. Так, ты пошел вон. Мистер Гудсман. Да, видимо, с тобой нам надо говорить. Вы вернулись, мистер Мансер. Чего вы хотите? Так, спросить пропавшие детали. Мне нужна кое-какая особая деталь. Специально для марсохода. Че, серьезно? Правда? Ну хорошо. Так, это немного рискованно торговать такой херней. Но бизнес есть бизнес. 200 серума. Забирай. За такую цену, я надеюсь, ты мне дашь что-нибудь хорошее. Да, конечно же, конечно. Только самое лучшее. У нас пожизненные гарантии на наши товары. Только без регистрации и смс. Так,
Юхал, вы потеряли 200, но приобрели вот это. А также подпишите вот здесь еще пару документов, оформите кредит и страховку. Знаете, как я помню, когда компьютер покупал, ну, делал сборку тоже, давно еще был, брал я его в кредит. После этого присылают мне кредитку, такие, вот, мы вам еще и страховку впарили. Соответственно, все это дело я благополучно порвал на части. Куда я иду? Не люблю вообще такие вещи, когда ты берешь один товар, а тебе еще один впаривают. Просто мне реально кредитка не была нужна. Так, вот туда попробуем попасть. Эй. Дядя, ты это... Того! Не надо так делать. У вас посох старый. Старого образца. А мы уже новый кинжал купили в городе. Все хорошо. Но саундтрек, конечно, убивает. Так, туда мы пойдем. Давай, значит, вот сюда. Попробуем зайти в бар. Ух ты, баррикада поставили. Типа, если я пойду этим путем, нам конец. Я, наверное, зря это сделал, да? Ага, мы остановились вот здесь. Ну хорошо. Так, все, закупились, продолжаем. Куда пойдем сейчас? Куда идем с пятачком? Больше искрит. Так, значит, нам. А нам надо туда, погоди. Ну-ка, давай посмотрим. Так, я вроде бы вышел сюда, потом пошел сюда. И вот мы встали здесь. Значит, прямо нельзя. Там убьют. Но нам надо... А, вот обходной путь. Чё такое? Правильно. Фиг ли ты отходишь, да? Ты охренел? Бля, это... Я тебя сейчас специально угандошу. Так, и вот так, и еще вот. Получай. Так, ты иди сюда. Просто вот раз. И просто вот два. И все. Будешь знать, как меня бить. На карму пофигу, карму мы как-нибудь восстановим. Так, все забирай. Хорошо. Туда нельзя. Пошли туда в обход. Пока все хорошо. Блин, террорист, не террорист. Улицы пустые, деревья железные. Людям на нас вообще насрать. Только вот эти вот учетки пишут. Вот вам. Хо-хо! Это нормально. Это прекрасно. Все, сдох. Отлично. Теперь ты. Еще минус один. Привет. Ну не надо так делать, а. Ну не люблю я. Все. Люди реально пофигисты, они привыкли к тому, что здесь людей убивают. Забирай. У этого вроде бы все. Так, куда мы можем зайти? Можем зайти туда. В принципе, больше, наверное, некуда. Так, это у нас уже проход в другую зону. Че, давайте попробуем, посмотрим, что там будет. Можно ли туда вообще зайти? Камбак это... А, сейчас много охраны, приходите ночью. Но... Ночью так ночью. Ладно, друзья, давайте мы, наверное, здесь на этом закончим. Ночь мы уже будем дожидаться в следующей серии и как-нибудь туда внутрь да прорвемся. Это был Техномансер, меня зовут Кинетик. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх и...
Не забывайте рассказывать про этот канал, про меня своим друзьям. Увидимся, услышимся. Спасибо, что смотрели. Пока-пока.